В 1956 году столица Абхазии была признана самым красивым и зеленым городом СССР, за что город наградили башенными часами, которые уже 60 лет возвышаются над зданием администрации города Сухум. Вспомнить об этом факте захотелось после очередного дождевого потока, который обрушился на столицу. Августовские бури уже становятся печальной традицией, если припомнить такую же стихию в 2014 году. То ли климат глобально меняется с субтропического на тропический, то ли небеса проверяют нас на заслуженность статуса самого чистого города. Стихия задела много людей, затопила первые этажи домов и с ними всю мебель, утварь и бытовую технику. Затопила сотни автомобилей. Тонувшие магазины понесли миллионы убытки. Я уже не говорю про загубленные ремонты и стрессы обывателей. Соцсети, как всегда, первыми разразились негодованиями и поиском виноватых. На улицах все эти дни без устали работают городские службы, МЧС и даже солдатов-срочников кинули разгребать последствия наводнения. Говорить об изношенности коммуникаций, сроки эксплуатации которых давно прошли, бессмысленно. Как и о том, почему мы благодатные годы российской помощи ремонтировали что угодно, но не коммуникации. Вспомнить о ливневках, которые благополучно закатали в бетон или асфальт, тоже стало общим местом. Даже о сотнях гастарбайтеров, которые самоотверженно пытались на улицах Сухума заменить с собой спецтехнику, не буду подробно расписывать. А хочу поразмышлять о мотивации, поддержании чистоты и порядка, которая в далеком 56-м году позволила небольшому южному городку стать лучшим на всем пространстве СССР. А их было две – любовь и страх. Любовь к городу, в котором родился и вырос, это касалось и чиновников, и жителей столицы тогдашней автономии, и страх не справиться с должностными полномочиями. Не так давно умер Сталин, но задел дисциплины, заложенные им, еще много лет позволял пугать неотвратимостью наказания за безалаберность. Сейчас, к сожалению, надо признать, что нет ни той, ни другой мотивации. Это касается и чиновников, и нас, жителей Сухума. Не всех, но большинства. И это тот случай, когда один в поле не воин. То, что с нашим климатом совместного проживания в городе давно уже проблема, догадываются многие. И это тема для социологов, политиков и интеллигенции прежде всего. Проблема многогранная и сложная. А вот то, что касается дисциплины, эта тема намного проще. Последствия стихии дают полное право проявить волю городским властям, чтобы убрать все препятствия для стока ливневых вод, которым предприимчивые горожане закатали в асфальт и дорожную плитку у своих домов и магазинов. Самим властям, в свою очередь, надо приобрести спецтехнику, а не содержать сотни гастарбайтеров, зарплаты которых легко делятся между самими рабочими и работодателями. И главное, поэтапно менять коммуникации, срок которых истек еще в 20 веке. А нас, жителей, заставить уговорить или еще как платить за коммунальные услуги. Диаскурия, прародительница Сухума, как говорят историки, утонула. И причины называют разные. Землетрясение, оползень, наступление моря и так далее. В нашем случае мы можем утонуть из-за своей недалекости, безалаберности и коррупции. И, пардон за банальность, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.